что, раз не получилось, у меня сегодня постричься. Стрижка стоит 1000 рублей. Это какой-то кошмар. Это вот сделать мне просто окантовку. Вот, ну, как бы окантовка, это вот край стрижки. И шапочку мою, вот эту шапочку, немножко постепенно сделать. А, в общем, сказали 1000 рублей. Сказала нет. Я не буду за 1000 рублей делать окантовку и помыть голову. Помыть голову и делать окантовку. 1000 рублей. Девчонки, как же я себя не ценю, а? У меня стрижки 350, 400 каре, короткие 350, пенсионеры 300. Там делают одну стрижку уже 1000 рублей. Ну, вообще, надо подумать мне над таким вопросом. Ну, не знаю, дорого. Ладно, со стрижкой ногти. После моря настолько отросла уже пластина. И уже вся измахрилась кутикула. Все, иду я сейчас на ногти. А как я буду делать, я не знаю. Может быть, темные, может быть, опять светлые. Может быть... Нет, красные точно не хочу. Красные обычно на ногах делаю. Что еще? Идти близко, поэтому еще вот полчаса у меня, и я не тороплюсь. Сейчас переодеваюсь. Пальто уже висит мое. Клиент был сейчас, сделал комплимент, прекрасно выглядишь, мне 53, ему 51, а 52 ему, 52, недавно было, исполнилось. А что же он говорит, мы с тобой на 2 года, разница на 1 год. Приятный мужчина, как он мне говорил, если бы ты не была замужем, ты была бы со мной. В общем, мне комплимент, а мне надо... И стричься немножко вот здесь, да, и краситься. Но стрижку я вот теперь откладываю, а покраску обязательно выходной надо сделать в субботу. Потому что в воскресенье иду печь торт. Торт для мамы, для себя. Торт сердца. Так, ну что, погнали переодеваться и на маникюр. Так, я уже на месте со своими страшными ногтями. Здесь уже все приготовлено. А, дома принимает. Тут у нее кошки там прыгали. У нее вот такие лысые две кошки. И они, короче, ей тут творят. Дела такие всякие разные. Вот такие вот дела. Ох уж эти животные. Без них так плохо, а с ними так весело. Так, смотрим лак. Че, встал играть? Отдай ему, отдай. Ну, как ты его треплешь? Как? Ой, как ты его. Басенька. Любит бычка. Один рог остался. Какая любовь маленькая, телевизор. Басеньку снимаем. Бычок с одним рогом. Уши отгрызаны. И как кот играет, смотри. Кверху. Коль, подбрось ему туда. Подбрось. Как котик. Котик. Вот. Схватил лапками, смотри. Басенька. Ты че лапу отгрызаешь?